Всем привет! Продолжаем гулять по выставочным залам Петербурга. Вот моя любимая площадка, музей Рарта. Она представляет выставку петербургских художников, которая называется «Мифы и фейки». Это картины Елены и Игоря Кулик. Очень интересная картина, мне понравилась выставка. Знаете, не часто можно посмотреть какие-то такие красочные, интересные работы. Это работы, которые заставляют остановиться, рассматривать их. А мне кажется, самое главное для художника, когда человек рассматривает, может быть, даже вызывает некие ассоциации. Ты начинаешь искать, а что же хотел сказать автор той или иной картины. Смотришь, что написано, как называется эта картина. Интересно, мне понравилось. Вот как написано в анонсе. Произведение авторов – это реалистическая живопись нашего времени, зараженная штаммами кича и авангарда. Посмотрите картины, посмотрите, составьте какое-то свое мнение. Ну, конечно, смотреть лучше картины вживую на экране монитора. Я думаю, что эта выставка достойна того, чтобы ее посетить. Краски, некий образ, действительно какие-то мифы реальности. Ну вот посмотрите, что я тут понафотографировал, поснимал немножко. Вот и приглашаю всех на выставку. Это хорошая выставка. Можно посмотреть, побродить. Очень интересно. Все, всем пока, всем привет. Познакомил вас с выставкой, которая проходит в музее Рарта. Картины Елены Кулик и Игоря Кулика под названием «Мифы и фейки». Все, всем пока, всем привет. До свидания. Пока-пока.